Всем привет на 127-м стриме. Мы продолжаем проходить игру Wings of V. Это уже четвертая часть по ней. Надеюсь, что я сегодня ее буду проходить не сначала. Привет, Тор. То, что ж у меня перескакивает, не понял заглушку. Все. Ага, игра уже версии 1.06, то есть еще один патч вышел, уже шестой по счету. Ну, не знаю, так получилось. Так, где мой геймпад-то? Так, сохранение. Стоп, а на каком сохранении-то играю? А, вот это очевидно. Я уже и забыл. Да. Итак, мы отправились в пещеры. Не пещера, в грот. В грот. Там какая-то группа. Исследователи или кто они там? А, я хотел же кибергейм сделать, опять забыл. Ну, все равно, я сейчас не буду во время стрима уже переделывать. Так, посмотрим, что у нас тут. Так, я назад вернуться ж могу, могу. Честно, просто забыл опять, что нужно кибергеймовский по умолчанию сделать из-за задержки. Дырявая что-то память. Но это же не критично. Ну, прям, ну не до такой степени, что жесть просто. Так, тут ничего нет. 45 секунд? Да ладно. Прикольно, что оружие дальнего действия есть. А чё дельфин? А, я тогда на YouTube, да, стримил. Стоп, а чё там надо было сделать-то? Опять их всех убивать? Да вы чё? Вот тролль. Привет, Костабрика. Что у тебя сколько, не 45? Так, а как здесь лучше поступить-то? Наверное, прыг, полет. И прыг! И нифига. Я хрен знает, как здесь без урона, это тоже непонятно. 25. Тоже не слабо. Не, ну можно, конечно, наверное, помикрить без урона, но смысл. Так, а если вот так сделать? Раз, два, вот. Так, и что мне это дает? Да ничего. Привет, Катран. Ой, сейчас меня размикрят. Потихоньку. А, ну давай, Тор, удачи.
Так, где-то внизу секретка должна быть. Но я пока не могу понять. Так, куда мне тут идти? Вряд ли я в эти узкие места заскочу. А, ну да, значит, вон сверху, да? Кстати, я не могу пробить. А, я не могу, да, в подкате стрелять. Ладно. А, или могу все-таки. Ну ладно, короче, неважно. Эх ты ж. Моменты, где куча разных врагов, это они самые такие, ну, как бы не то чтобы сложные, но как сказать-то. А, я опять неправильно сделал. Ну, замороченные, так скажем. Потому что их особо слупочно не пройдешь, нужно очень быстро действовать. А меня чё? А, я вышел, я думал, меня убили. Шарики, конечно, очень слабенькие. Ближний бой куда мощнее. Эй, а я обшип задел. Так что да, в принципе, проще ближний бой. Ну вот именно там. Вот здесь как раз таки лучше вот эти. Blue Orb. Эй, ну это я что-то, да. Тайминги. Да, пентаграмма это сейф. Ну ты видишь, я играю за ангела, а это демоны. Ну, то есть в прямом смысле. За что я затупил-то? Так, тут у нас ничего, да, вроде? А, опять этот момент. Чуть-чуть надо было позже, ой, раньше прыжочек нажать, но только там меня еще этот летун убьет. Надо как-то тут их размикривать. Аккуратно. О. Ну и захотеть-то можно. Да. Вышел, блин. Ну, ты подлетишь? Ну и ладно. Зачем я прыгнул? Ну, короче, я какую-то фигню сделал. А все равно не допрыгнул. Да умри ты, ну. Так, ну здоровье сейчас нормально. Да блин, нет, не нормально, я забыл про этих двух. Жесть, чё-то я не могу тут размикрить.
Может, как-то по-другому здесь все-таки нужно? Хотя, не, вряд ли, ну, не просто ж так там такой проход. Не, ну хитрый в текстуры прятаться. Это я тут... Ну, в принципе, нормально, кстати. Зачем их убивать, если можно не убивать, да? А, может, тут вообще нужно... Вот так, да? Ха. Так, это меня подкидывает, да? Так, и второй прыжок у меня остается, да? Один. Ну и плюс крылышки. А здесь уже нет, да, прыжка у меня? Да. Ах ты ж, блин, ну как можно было упасть? Тупо. Как я же не могу тут сохранить. А, я могу вот так, да, сделать. Вот. Вон и сейф вижу, так. Что у нас тут? Так, это стена. Да запрыгни ты, ну. Все, сохранился. Так, ему пофигу, да, эти шарики. Ну ладно, сейф-то был. А, они меня сразу убивают, да? Ну и потому что их много слишком. А как же мне быть сейчас, я думаю, как размикрить-то? Я могу вниз как бы упасть, использовать крылья, чтобы парить, пока пули прилетят, потом выпрыгнуть, но что-то я, по-моему, не успеваю. Блин, ну надо как-то через верх, там не зря такая выемка. А, ну да, надо как-то вот так, таким образом это делать. Чуть-чуть еще быстрее нужно, да? Так я не успеваю вниз-то. Ну, именно так вот сразу. Отсюда. Почти, видишь, даже не упасть не успевает. Вот. А куда, стой? А, стоп, а куда? А, надо через низ, вон там направо. Тут это жесть. Хитбокс остался, да, от персонажа. То есть это мне нужно перепрыгнуть эти пули, попасть обратно на платформу, опять поскользнуть вниз, там пропарить и прыгнуть как-то, блин, еще попасть в этот проем надо. Ща. Это лучше, чем от всяких, блин, врагов этих уворачиваться, вот, которые там не очень.
Блин, затупил. Такие я люблю моменты. А зачем я хотел подкат сделать, а она, блин. А, ну да, я-то все расходовал уже прыжки. Да не туда, ну не в ту сторону. Прям жбан. Что-то не нажалось. Да опять не подката, это что-то я слишком слабо жму, что ли. Ну тут просто слово поче. Да опять ты не в ту сторону, что ж такое-то? Теперь не успел просто. Не уверен, что там подкат именно нужен. Может быть, надо просто упасть. В принципе, есть вообще мысль не останавливаться на той платформе. Я думаю, мне там одного прыжка может хватить. Ну, вот там справа, уже внизу. Хотя нет, это если бы еще крылья были, а так просто одного не хватит все-таки. Эй, не ту кнопку нажал. Ну, уже ближе. Фух, так, но это еще не сейф. Хочешь стать стендап-комиком? Ну, хоти, ну, что-нибудь сделай для этого. Да, конечно, как-то коряво прошел, но сейчас это не главное. Так. Значит, оттуда я спрыгиваю сразу на... Просто схожу сразу направо, крыльями налево. А, ну, в принципе, этого достаточно. А, так, тут уже посложнее. Тут, мне кажется, сразу выпрыг. Ну, то есть я вот начинаю падать, сразу выпрыг налево. Непонятно, дотянусь или нет. Если что, крылья. А, должен дотянуться, иначе никак. То есть выпрыг налево, чуть падаю, потом крыльями направо и последний выпрыг туда. Это ж, блин, а. Так, выпрыг. А, вообще не то, что я думал. Значит, наверное, все-таки в начале крылья. Блин, все сначала.
Да что ж, ну что-то я немножко не размикрил проход. Немножко теряюсь иногда. Привет, Ксипи. Да блин, ну хорош в текстурах прятаться, ну что за чит? Ну пипец. Да, много он откушал. Блин, а как здесь пройти? Что-то я не понял. Или надо больше как бы вниз провалиться? Пока не очень понял. Что ж, одну задел. О, а чё ты, ну, я же жал. Ну, в смысле, она даже нажалась вроде. Ну, чё-то, блин, видимо, инерция всё-таки победила. А я опять? Ну, давай, это, Пистабрик, всё в твоих руках, как говорится. Да жесть, как он остался здоровье, хотя это сейчас не принципиально, потому что я все равно погибаю вот тут. Так, ну да, можно вот так выпрыгнуть, но только надо использовать обязательно крылья еще к тому же, вроде бы, да? И что тогда? Я смогу сразу направо падать и там выпрыгнуть, да? Ну, можно попробовать. Дурацкий тут что-то момент какой-то. Даже есть, ну и это сейчас убьет меня просто тупо. Убил. Для кого придумали этот демон мод, нет, в смысле этот думит мод, это жесть какая-то. Это же даже хуже, чем рейп на боше, по-моему, в 100 раз. Ну опять. Надо же без урона, да?
Этого убил. Так. По-моему, я мог даже без крыльев, да? Там выпрыгнуть или нет? Хм. Не, ну как бы Doom It Mode я явно не буду проходить в этой игре. Ну да, больше только двойной прыжок, а тут и двойной прыжок, и крылья, еще и подкат. И еще шарики эти стреляющие, и ближний бой. Тут я не спорю. К тому же тут... более такая инерционная физика немного. Ну, по крайней мере, что касается полетов. Тут, ну вот какого он в текстуре летает? Ну, честно, я не понимаю. Это же тупо. Так. Блин, рано. Ну как к чему стремиться? Вот он уже к чему пришел. Коммерческая игра, на которой он зарабатывает деньги. Я ему отдал свои кровные 233 рубля. Так. Ну, неудобно он располагался. Да как же там? Что-то не пойму. Как этот раз получилось там почти? Он правильно сделал, что стоимость игры невысокая, и как бы вполне можно позволить себе ее купить большинство игроков. Понятно, вроде мог перепрыгнуть явно, и тогда нужно было крылья потом использовать. Ладно, все, короче, тогда крылья не использовать наверху, потому что, по-моему, без них там внизу все-таки не получится размикрить, а значит, их надо без них. Ну, не допрыгиваю, значит, просто неудачная попытка. Будем так. Это вообще было неудачно. Что-то какую-то фигню сделал. Блин.
Так. Что-то как-то, блин, они резко напали. Чего она там кидает? Сыром каким-то, что ли? Кто куда наверх-то стреляешь-то? Ну, упоры-то что ли? Эй, тут я случайно нажал две кнопки одновременно. Он просто палец соскочил. А, кстати, если у кого есть возможность и желание, можете проверить стрим в Стиме. Знаете, сейчас новая фишка. В Стиме сделали возможность стримить. Я там сделал настройки и дал доступ абсолютно всем, то есть даже не обязательно, чтобы у меня друзья были, ну вот, смотреть. Но я не знаю, не проверял, работает ли это как-то, ну вообще, то есть, да? Но одно, если у кого есть, говорю, возможность, там, желание, можете проверить. Да что ж такое? Позже надо прыгать, да? Что-то я очень рано, похоже, прыгаю. Давай, ну, пробуй, от меня, я уже все настроил давно, то есть мне, ну, не нужно вроде дополнительно ничего нажимать или что-то еще делать. Да что ж он так неудачно там ходит, надо как-то по таймингу что ли смотреть. Так, еще что ли позже надо? Мне кажется, все-таки там, блин, не допрыгнет, что-то как-то странно. Я точно не знаю, как эта фишка в Стиме работает со стороны смотрящего, то есть я еще не смотрел никакого стримы. Но вообще говорят, что люди уже пользуются. Теперь слишком, похоже, поздно. Или просто на шип налетел при падении. Возможно, там, кстати, задержка маленькая, вот этого я не знаю. Да вряд ли, наверное, маленькая там. Я не знаю, какие он там сервера использует. Свои какие-то стимовские, что ли? Что там за плеер? Да что ж такое? А, вот у меня появилось в углу Live 2400 килобит, 30 FPS. Увидите, да, наверное, на стриме? Да, user has joining your public broadcast. Типа один человек смотрит, показывает. Прикольно. Да тьфу ты, ну что происходит? Ну да, по-любому сейчас этого размикрю без урона. По-любому. А, это не ты?
кто-то еще, значит, проверяет. Молча. Или просто не проверяет, а смотрит. Ну, тупо. Не знаю. Может, там удобней. И, кстати, еще там вроде бы какой-то чат должен быть, и он вроде тоже должен отображаться прям здесь на экране. Не знаю, может надо через Shift-Tab? Вроде нет. А, вон, Broadcast. Open Chat. Но, наверное, ну, так отображаться тоже должен на экране. Теперь вообще не нажал. Ничего не происходит? А, это ты, Ксипи? Не знаю, вон, работает, я ж так понимаю. Как этого нормально-то проходить? А, микрофон там тоже работает, да? Так, нет, не хватает здесь. Не хватает прыжка. Вот я сейчас нормальный прыжок сделал. Блин. Или все-таки нужно... А, может подкат еще сделать? Звук ужасен. А что именно ужасно там? Микрофон? Или вообще весь звук? Ну это, видимо, в Steam там настройки микрофона. Ну это ладно, я потом разберусь. Сейчас-то пока так, для теста больше, да. Ну потому что на ГГ через OBS стрим, а там через какую-то свою шнягу. Кстати, получается, что у меня двойное кодирование идет, двойная нагрузка. А, кстати, еще неизвестно, какой микрофон Steam использует. Тот, что на гарнитуре, или тот, что на вебке. А, то, что на вебке, очевидно, потому что у меня на вебке индикатор загорелся. Ты там в чате написал? А, да, а у меня не отображается. Задержка минимальная? А как мне сделать, интересно, чтобы чатик отображался всегда? Давайте посмотрим. Тут нет никаких настроек. Settings, давайте settings. Так. Вот, show viewers chat in game, top left. Ну. Сверху слева. А почему... блин. Это не то, да? Кстати, вот голос. А, да, не тот микрофон.
Ну, это, наверное, нужно отключить вначале, да, игру, чтобы сменить. Ну, в общем, не знаю, стоит, чтобы чатик был, но почему-то он не отображается. Так, прыжочек. Нет, это хрень какая-то, а не прыжочек, честно говоря. Я не понимаю. А, я же хотел подкаст сделать, да? Да что я эту муху-то не забил, ну... Но зато этого перца без урона. Но это, я думаю, специально сделано, что интерфейс Стима не видно. Но, блин, чатик что-то неудобно сделан, если нужно каждый раз шифтап нажимать. Так, подкат. Но я не уверен, что мне подкат что-то даст, потому что я верхние шипы все равно же врежусь-то. Да, я же тут... А, если подкат и крылышки, а потом там у меня два прыжка остается. Блин, надо так попробовать, да? Вообще фигню какую-то сделал. А какой там плеер? Какой-то собственный или чё? А качество картинки нормально, ничего не кубит. Ну, хотя тут особо экшена-то почти нету, да? Подкаты не успеваю, крылышки. Так, надо тут потренить, что ли. Подкат или тим? Подкат или тем? Подкат, блин. Его так убить можно, интересно? По-моему, можно. Ну блин, короче. Пипец. Неудобно что-то. Не знаю, что за плеер, то есть какой-то собственный, да, походу. Интересно. Подкат и летим, да и ни хрена не летим. Но я потом, думаю, еще потестирую там вне стримов. Посмотрю там, чё как. Но на СК2 ТВ это все равно не вывести этот плеер, я думаю, так что. Нет. Я могу битрейт и разрешение поменять. А, вон он там ползает. Надо просто подождать, пока он отойдет, да? А я не знаю просто, что мне сделать, чтобы микрофон сменить. Там неактивна кнопка. Во-во-во-во, уже ближе. Ну, давайте, хорошо, я сейчас...
Так, что мне выйти из игры, наверное, нужно. Вышел из игры, она вылетела опять. Так, после этого Steam, настройки, голос, сменить устройство. А, он микрофон по умолчанию берет. Ладно, делаем микрофон по умолчанию. Гарнитуру. Так. Так, громкость. Оп, я сам себя слышу. Это про проверку. Да, так, ладно, вроде нормально, да? Погнали. Привет, Джокин, привет, Ксенрир. Ну, пробуйте. Затупил. Да что это оно? Прям прилетело неожиданно. Так, вижу, что кто-то начал смотреть. Подкат и летим. И прыжок, и прыжок. Ху! Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что за подстава там внизу летает, это кидает? Так, ну хотя бы тактику я понял. Ну, кстати, там 30 FPS, что может негативно сказаться на некоторых... Что? Эй, зачем мне это? Ксенрир, я не понял. Ты не туда, видимо, скинул. Слишком тихо, но... По-моему, я даже громкость не могу изменить. А вообще тихо... А, не, я знаю, почему тихо. Потому что у меня же микрофон почему-то этот тихий. Потому что у меня в OBS усиление стоит. Но то, что в OBS усиление, даже не касается Steam'а. Такой снукер вообще, я особо не смотрел, но просто я понял, что что-то там левое не в тему, и поэтому не стал особо даже смотреть. Ну потому что как бы скинул бы это мне в скайп, там вне стрима, я бы хотя бы посмотрел, о чем вообще речь идет. Но сейчас как бы я же не буду прерывать стрим, чтобы посмотреть какое-то видео, ну которое не имеет отношения к стриму. Бильярд? Бильярд — это прикольная вещь, когда там профи играют. Но опять же, не во время же стрима. А, ну ладно, да, я... Что-то мне показалось, что ты мне это скинул. Ну, я понял.
Я вообще так, если по большому счету говорить, я вообще не в чате. Блин, чуть-чуть еще раньше нужно полет нажимать. Не знаю, как это нормально размикривать. А, то есть вообще-то держка просто минимальнейшая, да? То есть уже меньше не может быть, он там чисто физически, скорее всего. Да что такое? Еще раньше надо полет нажимать. Практически сразу, вот подкат и сразу полет. Так хотя бы быстро. В принципе, нормально сейчас. Оп, оп. Да сколько вас тут? Вы чё? Поролись? Есть, сейф. Эй, ты чё заспавнил? Вы чё, все заспавнились, что ли? Да вы чё? Офигеть. Вон там сек... Да куда ты... Вон там секретка. Ну как её взять? Ага, это нужно где-то там, он будет пойти налево вниз. Пробовал стримить по Payday 2 через стрим, но он режет FPS в игре, становится... Это значит, у тебя комп не тянет, потому что, как видишь, у меня вообще ничего не режется. Хотя сам стрим 30 FPS, как видишь, да? Но при этом игра явно идет 60 или сколько, или 50 она там. Ну, короче, столько, сколько она идет по умолчанию. Значит, тебя просто не тянет. Так, я понял. А, там надо влево, так. Это как раз таки к секретке я иду. Уже 4 человека через Steam смотрят. Но я смотрю, многим это именно нравится через Steam, да? То есть, вероятно, задержка решает. Ядерный реактор у тебя? Никак, прикольно там. Наверное, лучевая болезнь у всех дома. А почему только один прыжок-то? А, вот. Во. Это что такое? Fairy Wings. А, крылья новые. Я твоя маленькая бабочка, она говорит. А, давайте посмотрим. Стоп, а это что? А. Ну давайте оставим. Так, а назад я не выберусь, да?
по-любому рестарт. Я еще думаю, там не может быть этого. Так, а собственно, а куда мне идти? Не, ну как большинство через Steam, но просто неудобно же это, чатик там. А, ну это именно СК2 проблема. В принципе, да. Ну на СК2 ТВ, мне кажется, добавят, что эти Steam Player. Ну, потому что это же довольно популярная штука. Так, а я не понял, куда мне нужно? А, вон там направо, да? Ну, я могу сделать со звуком, если я буду стримить только в Steam. Я тогда могу поставить усиление непосредственно в винде. Но если я сейчас это сделаю, то тогда будет на стриме, вот через OBS, будет слишком жуть. И к тому же еще по поводу стрима через Steam. Не забывайте, что я не могу туда поставить какую-нибудь заставку. Я туда не могу там, не знаю, еще что-то там, какой-то чатик дополнительный прилепить, там, СК2-шный, там, да, и так далее. То есть там просто игра идет и все. Так что не думаю, что это прям так станет настолько популярным. Там надо прыжочек сделать, потом второй прыжочек и крылья, а потом подкат сразу. А, надо прыжочек второй чуть позже, или в начале крылья, наверное, в начале крылья, а потом уже прыжочек. Ну блин, так же как Good Game, какая разница-то. Главное, чтобы адрес плеера был и все. Я просто пока не знаю, какая там система, я же говорю, я не смотрел. Как там, это какая-то ссылка или что там, ну как-то же там это есть. И как там именно это устроено. Поэтому я не могу тут, конечно, ничего точно сказать. Итак, я куда-то добрался. Я вижу сейф. Но он далеко. А, вот я, да, в принципе, вижу, как-то пройти. Так, это мне нужно... Прыжок сделать, крылья, прыжок, да? Ну, вроде легко. Ну, да. Так, отлично. Для чего это сделали, интересно? Типа, чтобы вернуться можно было, а зачем? И вон что там такое наверху? Не понял. А. Да стоп, я же не был наверху там. Ссылка на мой стрим через Steam. Ну-ка, сейчас гляну. А, надо авторизоваться. Без авторизации он вообще не смотрится. Нельзя посмотреть. Да, без авторизации это нельзя посмотреть. Хм, ну это минус. Уже. Ну зато все зрители не анонимные. Ну, по крайней мере, если это можно назвать не анонимным. Хотя, как бы... Любой ник можно придумать и ничего не указывать в профиле, и будет не особо анонимным, но все-таки. Так. Ладно. А куда там? А. Так, это каким образом мне сделать сейчас? А, тут можно успеть пробежать, в принципе. Вот так. А вниз что?
Так, а наверх что? А наверх я не долечу, да? Точно не долечу? Да, точно не долечу наверх. Здесь, так, падаю вниз, влево крылья, прыжок и второй прыжок туда. Ну, вы поняли. Так. А далее? А далее непонятно куда. Оп. Оп. Секреточка. Зайчьи уши. Так, давайте хоть посмотрим. Ну, можно оставить пока что. Тогда я не очень понял, куда дальше. Но явно не сюда, раз тут секретка была. А. А, все, вон, справа же, да? То есть это мне нужно сейчас потонуть там крыльями. Ну ладно, сейчас посмотрим. Раз, два. Оп. Почти убило. Ну, допустим. Довольно-таки опасная штука. Фух, нормально. Опять ты. Ну, так, то снизу ничего нет, вроде не видно. Опа. Переворачивающиеся платформы. Так, подкат в момент, когда она сверху плоская. Двойной прыжок. Нет, там, наверное, двойной прыжок и еще и полет. И там можно встать, кстати, на маленькую платформу. Не обязательно на вот эту переворачивающуюся. Но... А, она и не убивает с первого раза. А вот дальше там не видно куда. Блин. Ну да, зря я, конечно, поторопился. Я забыл, что тут стоит тоже. Так, тут я что-то последний тайминг не понимаю на последней платформе.
Да что же они затраливают? А, там шипики я забыл. Вообще дно. Ну вот. В принципе, нормальная тактика. Хоть и не без урона. Да, тут я что-то все-таки так и не поймал. Высоко сейвик-то. Опять эти жуки. В принципе, тут большое пространство, можно без урона. Так-то. А дальше куда? Не понял. Все. Да-да, я так и подумал. Это что такое? Банни Тейл. Ну раз у нас уже уши банни, то и Тейл можно. Ну крыльев, конечно, у нас кроличьих нету, но еще бы они были. Можно родные вернуть. Так, интересно. Не очень, правда, понятно. А, ну. А это что за сердечко там? Вот меня вот, а, вот тот проход вниз что-то смущает. Он, это, он тролльный или что? О, нифига себе. Удобно. А, вон там можно направо. Да ну, ну задел. Ну-ка, все-таки спущусь. Понятно, тролльный. Да охренеть, сколько я тут трачу здоровья. А, не, я не пойду за тем сердечком, потому что это что-то опасного слишком выглядит. А восполнить она только 50%. Так, не, к сожалению, непонятно, куда там идти. Стоп, я тут был, да? Да, я назад вернулся. А куда тогда там?
Так, а куда тогда? Так, здесь я тоже, да, был? Да, здесь я тоже был. Так, все, вниз нам не надо, понятно, внизу это по началу уровня. Это вообще весело. Блин. Так. Я думаю, тут прыжок, прыжок и полет. Прыжок, прыжок и полет. Полет и... Ой-ой-ой, тут что-то жесткое. Так. Тут спрыгиваешь. А, ну блин, тут надо как-то, блин... Ага, до последнего ждать. До последнего ждать, спрыгивать, крылья и потом прыжок вправо, да, вроде так. Ну тут я, да, что-то слишком поторопился. Опять, по-моему, поторопился. Нет, более-менее. Да куда ты, ну? Столкнули таки. Да блин, ну что ж ты не можешь задержаться, что ли, на этой штуке? Да, тут без урона тяжко что-то. Пипец как тяжко. Муха это жесть какая-то. Да тут какой-то прям микро. Опять поторопился. Ну куда ты падаешь-то? Да ну... Фух, неужели я даже один уровень, что ли, не пройду за стрим? Ну, походу, тут все сложнее и сложнее становится. Ну, как бы, я понимаю, что это логично, но прям так... Ну, это заметно, так скажем. Серьезно. Ну, по крайней мере, в боссе, например, это не было так заметно. То есть там как-то то легкий уровень, то сложный. А здесь все-таки более равномерно, видимо, нарастание идет сложности. Сдох.
Да жесть. Ну. А, что, не может сквозь стену на этот раз стрелять? А что это вдруг? А, когда вне стены, то и я в тебя могу. Ну. Блин. Будь теперь троллить. Ладно, фиг с ним. Нет, не фиг. Все. Так. Ага, сквозь стену не простреливают. Так, мы вроде не попадаем, да? Просто подумать, чтобы постоять. Ну, блин. Ну вниз-то явно мне не надо. Ну вниз-то явно не надо. Блин. Туда еще надо со здоровьем, значит, хорошим дойти. Хотя она так-то легко убивается. Но, блин, все равно. Но если бы с таким количеством здоровья дойти, как сейчас, уже было бы норм. Ну. Причем вот это огромные шипы меня только ранят, а малюсенькие шипы меня убивают просто с первого раза всегда. Не, ну с таким здоровьем это, конечно, не очень. Вообще какая-то дурацкая попытка. Да что это? Пипец, убивать стали. Те, кто не должен убивать. Ну, попытался все-таки взять. Ну не, там какой-то микро. Да надо и быть и не задевать об шипы, потому что они очень много тратят, а столкновение с этими врагами, оно фигню тратит, мало. А вот шипы, да. Ну, я не понимаю, блин. Там еще эти прилетают. Сырки. Да, блин, столкнулись все-таки. Эй, не убилась? Да как так-то? Ну, опять я столько потратил.
Ну, опустишься. Фиг с тобой. Блин, чуть-чуть. И эту фигню надо все-таки убивать. Она до меня долетает даже там. Прыг, прыг, полет. Прыг, полет. Вот. Прыг, прыг, полет. Как можно было там не допрыгнуть? Я понимаю, там хотя бы если бы она в меня своим сыром попала, но просто не допрыгнуть, ну это жесть. Здоровья было достаточно, чтобы там не умереть, это точно. Просто до нее допрыгнуть и забить, просто заспамить очень легко, она потратит довольно мало. Ну блин. Ладно, сейчас, я думаю, получится. Ну хотя фиг знает, вот что-то он... Вообще вон убили опять. Да опять эти 25 шипы тратят. Опять на шипы напоролся, я опять на шипы напоролся. Да что такое? Или это не шипы, потому что шипы вон, вроде вон 35 тратит. Или это они мне столько тратят? Просто мне казалось, они должны мало тратить. Блин, 25. Ну фиг знает, может это они тратят. Но сейчас неплохо. Тут бы еще так хорошо пройти. Нормально. Фу, ну осталось прыжок. Ну, в смысле, вот это вот вымикрить. Да какой полет? Вначале прыжок, а потом полет. Не отпустит меня этот момент так просто. Да опять я потратил фиг знает сколько здесь. Тогда пробуем сердечко взять. Ну, сейчас нормально, в принципе. Очень мало осталось. Но надо пробовать все равно. Да опять я в начале полет нажимаю. Ну потому что я боюсь прыжок там нажимать, ну, упереться, блин, в шипы, но по-другому никак. Напряженный очень момент, там еще летят эти сыры. Ну, ты поднимешься выше. Да чтоб тебе. Ну шипы упал, да ладно. Чё за жесть? Чё-то напрягает. А тут ты что, не умерла, что ли? Я уж думал, все.
Так раздражают эти мухи. В принципе, из-за того, что больше всего из-за того, что они в текстурах летают. Это же чит. Да что ж я упал-то? Да как упал-то? Хорошо все прошло, вообще без урона вот эту вот ракетальщицу убил и упал. Ну да, ну ладно, в принципе, если я тут без урона пройду вот эту вот мельницу, то мне этого хватит. Ну, на одну, по крайней мере, сорокидальщицу. Я задеваю об эти шипы, ну, крутящиеся. И оно меня сбивает, и все, я не могу больше выполнить прыжок нормальный. Это еще что? Да удаляй их сразу. Вот бывают удачные, бывают неудачные попытки как с этой вот с этим моментом именно. Это был очень неудачный, я не мог никак увернуться от этого сыра. И ну. Сколько, 3 раза она попала в меня, да, вроде? Мог бы не нажимать прыжок и попал бы. Я побоялся и нажал прыжок еще раз. Так. Неправильно последовательность сделал, но однако. Итак. Прыжок. Крылья. Нет, крылья, прыжок, прыжок. Крылья, прыжок, прыжок. Получи. Блин, а сейф далеко, интересно. О, вот и сейф. Отлично. И у нас 2 пещеры тут. И что-то, возможно, еще. Оп, ха-ха-ха. Это что такое? А, осиные крылья. Давайте вначале в ту пещеру, ну, сходим, которая слева. Так, у нас же одна, да, была на пути, что-то я забыл. А, да.
А, во, я вернулся. А, ну я хорошо, что вернулся. Я теперь еще раз поговорю. Тут, возможно, новый кому-нибудь перышками дадут или еще чем-нибудь. Вон Руби что скажет. Ничего. И ты ничего. А ты хотя бы. Не, ничего нового. А у меня же никаких новых возможностей не появилось, да? То есть тут, в принципе, нечего смотреть особо. А, ну я вон, я помню, я то с той стороны же пошел. Вон там я был. Ладно, возвращаемся. Так, еще раз сейф на всякий случай. Так, туда я не допрыгну никак. Внизу смерть? Да. Ну, проверил просто, то непонятно. Может, там какая-нибудь секретка или путь. То есть мне нужно... А, ну, понятно. Блин, еще от сыра уворачиваться. Почему сейф внутри пещеры не сделали? Это, по-моему, очевидно. А, там же вон воздух поток один дополнительный, ясно. Я что-то затупил, думал, что же мне делать-то. Ты хорош, ну блин, неудобно. Так. Вот это уже интересно. Это ж как мне так извернуться-то надо? Ой, переборщил. Ну я думал, у меня же прыжок сохранился, думал он мне поможет, но нет, по-моему, там надо без него. А что если вот тут использовать первый прыжок? Блин. То есть крылья наоборот оставить. По-моему, можно. Блин, можно, можно. Вот уже получилось же. Ну, почти получилось. Чуть сложнее, но в целом. Блин, должен был долететь. Это ж сыр опять. Затупил, надо было сжать прыжок. Вообще не нажал. Нет, все-таки надо использовать крылья. Ну, по-моему, так никак не долетишь. Значит, надо вот этот поток использовать. Как только... И, блин, или все-таки можно сохранить, вот непонятно.
Потому что что-то с этим потоком, мне кажется, совсем какая-то жесть уже выходит. Блин, теперь осталось только размиксить. Что же я сделал-то? Ну, затупил, что я сделал. Растерялся, так скажем. Не подумал, что я буду делать, когда мне это получится совершить этот прыжок. Надо было продумать, что я буду нажимать. Потому что, ну, в реальном времени тяжело быстро что-то сообразить. О, даже без урона. Так, когда я прыгну туда, я просто иду вправо. Крылья и прыжок, ну блин, все это так легко на самом деле. Ну это жесть. Пофигу на урон, вот тут сейф-то. А это еще что за жесть? Каждый раз вот этого убивать. А, туда нельзя вставать? Стоп, серьезно? А что тогда делать? Мне кажется, или так не должно быть, что она простреливает сквозь эту стену? Так, ну если. Не, ну. Если туда нельзя встать, то я вообще-то не понимаю. Может, все-таки можно? Я просто вскочил, может. Ну, потому что, ну, как бы, не может быть, чтобы нельзя. Блин. А как тогда? А-а-а! Вот я затупил. Все. Ну, короче, вот как-то так, да? Ну, блин, хотя... Хотя все равно непонятно. Ну, просто, да, чуть выше прыжок таким образом, наверное, получится. Но недостаточно, чтобы перелететь-то. А, так там еще и шипы, где они лежат. А в чем прикол тогда? Там еще и шипы. И ш... А, блин, я дурак, там потоки. Я их не видел. Сижу и не вижу, что там потоки. Ой, жесть вообще. Упор уносите. Да что такое? Там не обязательно эта книга. Б.
Блин, поток не подхватил. Ух ты ж, а чё ж такое? Должен же был подбросить нормально. Ну что, без урона это надо в правильный момент просто прыгать. Но у меня да нет задачи без урона. Блин, а как там, как я у меня получалось, я чуть не понял. Убейся ты. Офигеть. Зато там микрокружок. Да офигеть, это муха. Да как туда прыгнуть? Неужели надо еще ниже опускаться на этом потоке? Ну это как-то совсем жестко. Ну, надо было чуть выше подлететь. Просто бьет меня как хочет, потому что я не могу ничего с этим поделать. Сейчас убьет, да, меня? И зачем этот возврат? Да я помню, что это на начало уровня ведет. Они что, думают, что я забыл, что ли? Или что? Или вот это для чего-то нужно? А, это, видимо, вообще, чтобы можно было вернуться, да, если что. Тут, видимо, по-другому нельзя вернуться, наверное. Сейф. Это, опять же, видимо, для возврата путь. Опа, босс, что ли? Ви. Кто здесь? Ты типа все еще не помнишь меня, да? All forgotten about me. Ну да, ну типа того вроде. Все еще не помнишь меня. А, типа, это было правильно после всего. Я должна присоединиться к ним.
Они единственные, кто заботится обо мне. О чем это ты говоришь? А, о ком это ты говоришь? Это не важно. Ты не приживешься, да, вроде достаточно долго, чтобы рассказать. По-моему, так, да, наверное, это. В чем были правы? А михист. Или это ты переводишь что-то, блин. Сейчас. Ну пока тут разберусь, конечно, пройдет время. Что это такое? Ясненько, сейчас будем разбираться. Как от этого синего уворачиваться? Как от Соника, что ли? Похоже, надо быть всегда в движении, да? Блин, ветер. Это еще что? Ага, камни всегда на меня, да, падают. Значит, надо быть всегда в движении. Как от молнии от этих увернуться, непонятно. А думаю, они все-таки были правы. А я что сказал? Это было правильно по всего? А, ясно, я неправильно перевел. Ну, спасибо, что поправляешь, я-то дно в английском. Ни хрена себе тут она выдумала. Сколько же у нее видов атак? Осколки камней меня тоже что ли бьют? А, вот эти штуки еще непонятно. Так, ну вообще... Честно говоря, уже, наверное, пора заканчивать. Ну, я не знаю, может, сейчас попробую еще там. Ну, давайте вот там, не знаю, 4 попытки, да. Ну, я думаю, все равно это ничего не даст, потому что надо привыкать к боссу. Ну, вот. Но, к сожалению, просто неважно, во сколько я начал стрим, да, тут по времени примерно уже надо заканчивать. Ну, посмотрим сейчас. Ну, пока вот поиграю еще, но уже сразу предупреждаю, что, скорее всего, скоро закончится. Может, ну не 4 попытки, может побольше, но все-таки. Это блин. Меня зажала платформа, офигеть, я даже не мог прыгнуть. Ага, понял. Ну, уже начинаю потихоньку понимать некоторые атаки. С камнями не очень понятно. А, осколки же меня бьют. Тут вот я просто не успеваю сообразить, блин. Это офигеть. Я просто не успеваю сообразить.
пережил эту атаку без урона. Так, синенькие понятно примерно как переживать, но блин, из-за огоньков конечно это проблематично было. Так, когда ветер, надо тупо как можно больше времени в воздухе проводить. Привет, Элис. Да, да, пробовал. Ну, эффект такой же, как и обычно, просто я меньше шансов попасть на огоньки, просто потому что я дольше в воздухе. Но летает она точно так же, как и обычно. Ну, то есть, чуть-чуть парит и вниз. Да платформочка же, ну... Надо же, хоть на одну встал. Вот это тут прям дурацкие камни. Сколько максимум одну эту... Одно деление здоровья, да, по-моему, тратил максимум. Ух ты ж, почти без урона. Одну пропустил. Блин, от камней непонятно, как уворачиваться, ну, из-за того, что они рано или поздно в угол загоняют. И, ну, все равно я от осколков урон получаю. Ага. Ага, два, больше двух потратил. Ну уже можно начинать как бы проходить, так скажем, да. Уже не прям вот как-то вслепую. Все-таки начинаю уже узнавать атаки. Правда, микрить, как они все могут. Камни. Хотя бы один камень, но по-любому попадает. Не успел появиться блок. Это опять камни сейчас. Блин, надо же быть готовым к перемене направления. Тут как-то особо не приготовишься. Ну вот что я с этими камнями должен был сделать, учитывая, что еще огоньки на земле. Да. Ну, уже три деления потратил. Это прогресс. Но платформочки, конечно, такие прям на скорость. Не, некоторые вообще комбинации тяжеловаты.
Ну тут как бы еще, опять же, да, ну, вопрос, гнаться за уроном или не гнаться. То есть, по идее, если далеко стоять на фазе вот этих огней. Да опять я не успел чуть-чуть. То тогда меньше шанс, что они меня попадут, но. Ну как бы и я не попаду по ней особо тогда. Три с половиной уже потратил. И не понял, она первую атаку абсолютно статично, что ли, делает? Если так, то надо просто ее понять, как ее размикрить без урона, и каждый раз просто наносить стандартный урон на ней. Ну что, я не попадаю в фазу-то? Но это не очень попытка, конечно. Ну вот, справа достоять, походу, можно. Повезло, нафиг. Все равно без урона не получилось, вот и. Впервые камни без урона. Да блин, не могу я эти платформочки быстро соображать. Это что еще за нахрен? О, удаляй. Ну, короче, она злится уже, когда у нее 4 потрачено, да? Ну, я думаю, на этом сегодня закончим. Привет, Алексей, но уже конец стрима. Все, Тор, ты пришел, я ушел. Так что... А, ну я помню, меня в тот раз почему-то жаловались, что я очень быстро заканчиваю стрим. Ну, я не знаю просто, что тут долго заканчивать. Как бы, да, не очень понятно. Кстати, надо выйти в меню по-нормальному. Сейвы-то надо забэкапить. И почему-то игра после выхода всегда вылетает. Ну, это вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат, я тогда... Даже пока что вот еще стрим не закончил, могу ответить голосом, если вдруг у кого есть. Вот, ну. Что еще сказать-то? Да нечего, да я не знаю, какая-то... по-моему, не знаю, я не понимаю немножко этого, то есть, а что вот... И некоторые стримеры действительно заканчивают, ну, полчаса стрим заканчивают, вот сидят там... Пока всем пока, скажут каждому, да, там, еще что-нибудь, посмотрят какие-нибудь видосики, еще что-то там, музыку поставят, ну, я не знаю, по-моему, больше нечего сказать как-то, и смысл тянуть время, так что, всем пока, увидимся на следующем стриме.